В начале этого года около 6300 жителей частного сектора, которые еще не подключились к централизованной канализации, получили от Сиадалгопилсуденс напоминание о том, что до 31 декабря 2021 года они должны зарегистрироваться в регистре децентрализованных канализационных систем. Таковы требования правил Кабинета министров. Решение о создании этого регистра было принято, чтобы предотвратить микробиологическое загрязнение водоемов и источников питьевой воды. К сожалению, в местах с плотной застройкой частного сектора, характерной для многих микрорайонов Даугавпилса, довольно велика вероятность того, что сточные воды из выгребных ям могут попасть в соседские колодцы или расположенные неподалеку водоемы. Поэтому все владельцы частных домов обязаны позаботиться о герметичности выгребных ям и зарегистрировать приведенные в порядок канализационные системы. Достаточно много объектов не подключено к центральной канализации, и поэтому просьба жителей все-таки, чтобы делать своевременно и обращаться к нам в центр клиентов. Сейчас можно делать это уже посредственно лично, заранее записавшись по телефонам 621-03-020 либо 654-21-568. Также можно сделать это электронно. Вся информация находится на сайте Даугавпилсуденс в разделе про децентрализованную канализацию. Там есть также бланки, которые можно скачать и заполнить и подать нам электронно. И вся регистрация у нас происходит бесплатно. И очень важный момент, что регистрация децентрализованной канализации может произвести только владелец этого недвижимого имущества. Загерметизировать выгребную яму можно разными способами. Большинство домовладельцев регистрируют забетонированные резервуары, колодцы и выгребные ямы. Многие устанавливают специальные септики. Некоторые регистрируют очистные установки промышленного изготовления. Есть еще один вариант, который по наблюдениям специалистов Сиадалгопилсуденс становится все более популярен среди населения. Там, где это возможно, домовладельцы охотно подключаются к централизованной канализационной системе. Существенный момент. На эти работы предусмотрено софинансирование Думы. Инвалиды первой группы, домохозяйства со статусом малоимущего и малообеспеченного, а также многодетные семьи могут получить до 4000 евро или до 100% от оправданных издержек, остальные физические лица – до 55% от стоимости подключения, но не более 2000 евро. Подробная информация о возможностях очной или электронной регистрации децентрализованных систем канализации, а также о том, как подключиться к центральной канализации и получить на это софинансирование от Думы, опубликована на домашней странице Сиадалгопилсуденс. При регистрации необходимо приложить документ, подтверждающий право на собственность, план границ земельного участка, справку о количестве декларированных жильцов и техническую документацию нынешней децентрализованной системы канализации. Сиадалгопилсуденс часто получают заявления на регистрацию с неполной информацией, поэтому жители просят перед подачей заявления привести в порядок все необходимые документы и заполнить регистрационный бланк полностью. Для получения информации можно связаться с операторами центра обслуживания клиентов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.